Всем привет, ребята! Меня зовут Вера. Вы на канале Дневники Веры. Сегодня мы будем лепить малышарика, а именно пандочку. Маленькую девочку с бантиком. А как это сделать? Сейчас посмотрим. Подписывайся на канал. Сделаем туловище, пару ушек, пару ручек, ножки, бантик, детали для глазок, носик треугольничком и улыбку. А теперь все это соберем вместе. Для того, чтобы сделать пандочку, нам нужно вылепить туловище из белого пластилина в виде круга, шарик. Катаем его между ладошек, пока не получится круг. Для оформления глазок нам понадобится серый пластилин. Его можно сделать, перемешав белый и черный. Так, начинаем оформлять глазки. Сначала крепим серый пластилин, затем устанавливаем черный в серединку. Теперь возьмем белый пластилин и сделаем точечки. На каждый глазик по две точечки. Одна снизу побольше, а другая... Одна сверху побольше, а другая снизу поменьше. Для этого катаем небольшой шарик. Точечки готовы. Теперь установим треугольный носик. Ротик в виде улыбки. Бантик. Бантик можно сделать, соединив три шарика между собой. Один посерединке и два по бокам. Два последних шарика сплюснуть и стеком сделать полосочку. Теперь крепим ушки. Так, ушки готовы. Теперь передние лапки.
Итак, замечательная пандочка готова. Очень просто. Ура, наша пандочка готова. Замечательный получился малышарик. С таким милым и прекрасным бантиком. У меня тоже есть бантик. Ура, ура. Всем спасибо. До новых встреч.